канале Family Blog. И сегодня я сама приготовлю тортик, который будет похож на мороженое. Ну что, поехали. Поехали. Готовить. Итак, мы делаем первый слой. Для первого слоя нам понадобится соленый арахис и чернослив. Его надо замочить на ночь и без косточек. Теперь все будем размельчать. Вот что у нас получилось. Сейчас берете любую форму или любую мисочку и перекладываем. Мы оставили здесь целый арахис. Алахис. Вот так вот ровненько разровняйте. И вот что должно получиться. Берем замоченные на ночь кешью и высыпаем. Так, по рецепту нужны кокосовые сливки, но у нас их нету, и поэтому мы купили кокосовое молоко. Но оно тоже очень жирное. Да. Ну что, будем открывать? А как? И вот мы открыли. Написано кокосовое молоко. Мы покупали вчера. Я вот думаю, когда мам... Оно густое, посмотрите, это реально как сметана. Мама, когда я переворачивала банку, я думала, что там ничего не льется. Да, и мы тоже пробовали, когда с тобой покупали. Очень хорошо перемолотая кокосовая масса. Такая нежная, очень вкусная, кстати. Тебе понравилось? В той баночке было еще снизу молочко. Ну, сверху очень большой слой сливок. Вот мы их сняли. Так что можно покупать молоко такое густое, не обязательно сливки. Теперь надо положить медика по вкусу. Либо сахар. Либо сахар. Пока положим 3 ложечки столовых. Ой, тут твердо. Ничего, мы надеемся, что наш блендер все-таки размолит это. Теперь надо положить целый большой бумаг. Сильный молочек. Теперь надо взбить в очень нежную пасту. Включаем. Итак, у нас сейчас будет третий слой. Замоченные финики без косточек и апельсиновый сок. Старайся. Надо все выжать до конца. Процедим. Теперь это надо все взбить в пасту. Так как наш блендер взбивает сразу 2 чаши, то мы будем сразу их вместе взбивать. А это второй слой и третий слой. Включай. Вот что, какая смесь у вас должна получиться. Второй слой мы перекладываем налево. Какая красота! Смотри, какой слой классный. Теперь надо это все поставить в холодильник, чтобы это все остыло. Итак, третий слой нет, готов, будем его выливать. Так быстро сказала. Итак, вот мама, это я, это моя рука размазывает третий слой. Готово, теперь будем делать четвертый слой. Шоколад растоплен на водяной бане. И добавим кокосового молока. Это не совсем молоко, мы решили со стружкой добавить. Ну, вернее, это молоко, только со стружкой. Посмотри, как красиво. Это все нужно растопить в водородную массу. Смотри, шоколадная стружка. Вот так вот у нас получается. Все растопилось, однородная масса. В принципе, можно выключать. Чуть-чуть пускай остынет и залить наш тортик. Он будет называться морожка. И сейчас Арина будет украшать орешками по своему желанию. Выливаем. Это я выливаю, если что. Вот такая красота у нас получается. Главное хорошо охладить. Будет объедение. Ну что, Аринка, давай украшай. Так, Аринка мне сделала сердечко. Это мы готовим торт на мой день рождения. Так как мама родилась зимой, и у нас сейчас за окном зима, и выпал снег, я буду посыпать, то есть это земля, и сейчас я буду посыпать снежком.
я шучу все время. Главное засыпать сердечко. Я только сердечко и закрашиваю. Блин, решила дальше доукрасить. Ну, давай. Ну, в общем, как-то так. Может, все засыпать лучше? Здесь снега выпало больше. Вот. Теперь надо поставить это все в холодильник, желательно на несколько часов.